Время 6:52. Сейчас будет отправка. Утро, еще только птицы проснулись. Издают всякие звуки. И тишина. А мы будем отправляться. У нас уже 4-я остановка, и никого нету. Нет, 1, 2, 3, 4, 5. Уже 5-я остановочка, и никого в салоне. Посмотрим, что будет дальше. И время 8:28. Повалил снег. Сейчас около 0 градусов. И пошел снег. Ребята, вот так. Резкие у нас смены погоды. Так, надо мне купить вот такую вот присоску. Цена 220 гривен. Примерно 8 долларов США. И на смартфон, и на камеру можно использовать. У кого что? А у нас зимушка-зима. Неожиданно опять к нам пришла. Сейчас вот так снег пошел. Ориентировочно час назад с копейками. Возьмите. Час назад снег пошел. И как завалил все здесь у нас. То есть, вернее, даже не час, а где-то часа уже два, как он пошел. Сначала он был слабенький такой и мокрый, а потом как повалил. И утром было плюс 5, а сейчас где-то плюс 1, плюс 2. Ветер есть, честно говоря, холодно. Я работаю на своем опять автобусе 0043. Он у нас и мягкий, и тихий, и очень комфортный электрончик мой. Здесь улицу еще делают. К остановке близко я подъехать не могу, потому что там разрыли. Там разрыто все. Мне не получится. Так, включу отопление у пассажира. Добрый день. Возьмите квиток. Добрый день. Возьмите. А, ой. Выбачайте. Я не побачу. Я думал, тут до себя. Бывает, ошибаюсь и я. Но сейчас я ошибся не в свою пользу, а мужчина военный мне подсказал. Сказывается вот это что месяц отсутствие практики. Сноровка уменьшается. Уровень твой падает, но ничего, потихоньку, потихоньку, и все будет налажено опять. Так, коллега едет, это у нас
дядя Паша. На автобусе 0021, который я гонял на перерегистрацию, ребята. Так, здесь мы уходим направо. А здесь вот мы можем вплотную подъехать к остановке, потому что она тут оформлена правильно и по всем правилам. Так, у нас тут и заходят, и выходят на все двери. Светофорный тормоз. И будем рассчитываться. А вы 516 едете? Нет. Сейчас, секундочку. Возьмите билет. Так, закрываю задние двери, средние двери. Немножко постоим. Так, мне надо быть на вокзале в 11:53. А сейчас у нас 11 почти что 40. Еще можем здесь мы немножко постоять. Сложить нашу денежку. Себе все вот так скомпонировать. Так, снимает у меня моя камера? Снимает. Сейчас там рассчитается. Следим, смотрим, чтобы все заходили с масками. Добрый день. Сколько стоит маршрут? 7 гривен. Еще пока раз, спасибо. Да, да. У вас 200, да, теперь? Так, 100. Дальше ты там, не 150 и 43. 150 и 43. Возьмите. И квиток. Квиток. И 43. Не. Еще раз. 90. Так. 150. Да. Вот. 160, 170, 180, 193. Да, да. Пожалуйста. Бывает. Все мы люди, видите, все мы можем ошибаться. Я посчитал правильно. А девушка ошиблась. Ну, тут такого говорю, что ничего нету. Надо сдачу считать всегда, не спешить никуда. Потому что можно иногда и крупно аж ошибаться. Все, в принципе, я тут сложился. Еще девушка к нам идет, и мы отправляемся. Свет я включил в салоне. Да, по 7 гривен. Возьмите квиток. Так. Так, не кажется вам, что мы уже длительно тут стоим, ребята? Все. Осторожно, двери закрываются. Двери зачиняются. Наступна станция. А вон все там девушка до нас вроде как бежит. Наступна станція, вулиця Грушевського. К нам, дівчинка, да, бачите. Добрий день, зараз. Візьміть дачу. Дякую. Все, всі уселись, і ми можемо спокійно стартувати. Это у нас улица Заньковецкая. Так, там какой-то дым идет, и это пожарники, вон. Видите, и какой-то сильный дым вот слева здесь. Как будто бы не на Беркуте, а где-то на мясокомбинате. И смотрите, какой здесь дым повсюду стоит. Вон, там как
туман. Где-то здесь идет пожар, и очень сильный. Прямо-таки, ну вон, все в дыму здесь. Убираю печку. Что-то горит. Ну, там есть склады на рыбу, на всякое такое, на мясо, по-моему. Вот они еще могут загореться. Вон там все в дыму. Не видно ничего. Они еще могут загореться. И, скорее всего, склады вот эти вот и горят, потому что именно дым оттуда и идет. Фу, воняет жареным пенопластом. Да, это однозначно эти склады. Ну и вонь. Даже в автобус попала такая вот едкая вонь. Глаза щиплет. Так, слегка. Что вот такой случай, ребята. Пожар мощнейший. Так, тут у нас выходят. Уф, ну его не видно. Возьмите квиток. Дякую. Ну и вон, ребята. Так, дедушка у нас зашел. Я не глянул, он с маской был? Да, с маской. Не посмотрел я. Вот, ребят, все в снегу. Одновременно зеленая трава справа и снег. Резко-резко у нас похолодало. Еще буквально вчера или позавчера мы играли в шортах с мячиком, бегали, скакали. Уже разделись, уже спаковали мы зимние вещи, и ботинки, и куртки, и шапки спаковали, сложили. А тут бац вам, раз, на, и зима. Вот это номер. В общем, нежданчик. Зимний нежданчик. И такой там пожар, конечно, огромный. Да. Давай, пас! Так, время у нас, пока стоим. Можно посмотреть телефон. В телефоне у вас посмотрели. Время 11:47. Можно глотнуть. А, кофе. Так, останавливаемся на остановке. Вот у нас вроде как есть несколько человек. Открываю передние двери, потому что никто не выходит. Возьмите. А вы там пути до узупня? Да, осталось. Возьмите. Добрый день. Так, а школьник нам не идет. Дедушка был в маске, да, все. Включу я и у себя чуть-чуть обдул, потому что запотевает немножко стекло. Такую погодку. Но влажную погоду всегда у нас стекло запотевает. Так, это Юра едет. Юра поехал. Медленно, уверенно, спокойно. Так, сюда мы поворачиваем. Заскакиваем на остановочку. Так, тут у нас выходят на передние и средние двери. Спереди тоже. Ну ладно, уже пускай выходит. Не беда. Да. Нет. Скажите, пожалуйста, едем, да. Возьмите сдачу. То есть не сдачу, а квитки. Возьмите. Так, квиточки вам не треба? Да.
Так, все, это мы взяли, загрузились. И отчаливаем, ребята, дальше по маршруту. Так, скажем ему на Шкоде спасибо. И уходим по кольцу налево. Там грузовик сзади хочет ехать. Сейчас, парень, сейчас поедешь. Дай только нам тут протиснуться. Так, там маршрутка едет и Opel. И после Opel мы сможем себе ускориться и проехать. Парень на BMW-шке успел. Такая симпатичная. Если не ошибаюсь, то самая с последних 700. 40-я дизельная. Красавица. Акула. Тут ребята на грузовичке развозят пиво. Развозят людям радость. Здесь утром авария случилась, там Шкода вот эта стоит. А нас еще одной Шкодой не ударились. И так она там прямо с утра и стоит на нашей остановке. Так, передние открываем, средние, ага, и задние. Включим плиту. Так, зад закрываем. Средние дверь. Секундочку, сейчас. Возьми. Ой, чекай, у вас 5 и 2, да? Ага. Так. Все, передние закрываем. Свободные места у нас еще есть, еще около 5-6 мест. Ребята, обед у меня будет такой. Я ем бутерброды, потому что... Видите, вон, кафе «Симфония», карантин, красная зона. Вот тут написано. Так что придется мне кушать свои бутербродики. Я сходил на заправку, себе купил шоколадку Твикс, кстати, достаточно вкусная. А на БАМе куплю себе чай и еще попью чайку. А потом уже вечер и домой, то уже и все. Так что приятного аппетита, кто ест. А через часик уже и снег начал потихоньку уходить. И зеленая трава показывается снова. За время всех этих локдаунов интересным мне стало, какая у меня спортивная форма. И сколько раз я смогу подтянуться. Попробуем. Ребята, 5 раз и тяжело. Это не серьезно и никуда не годится. Надо взяться за свое спортивное телосложение. Я свою спортивную форму растерял. Печалька. Все, еще мне осталось работать 3 часика с копейками. Я заканчиваю рабочий день. Снимать уже больше, скорее всего, ничего не буду. Так, на доброй ноте, на добром словом закругляюсь. Всего вам хорошего. Ждите следующих интересных выпусков.